смотри, надо бы такого. Ну, что-то за новое оборудование. Для съемок. Время пролетело очень быстро. И сейчас мы находимся в великолепном расположении духа, потому что встретились с командой. На самом деле соскучились и по трудовой деятельности, и по ребятам. Надеюсь, что и они тоже по хорошей, серьезной работе, чем сейчас и занимаемся. 14-го был день сборов, 15-го, 16-го прошли медицинское обследование углубленное. И приступили уже к тренировочному процессу. Здесь созданы такие хорошие условия. У нас есть в распоряжении два поля с прекрасным травяным покрытием. И огромная благодарность, как говорится, работникам, которые, как мы называем их, гринкиперам, которые подготовили эти два великолепных газона, на которые приятно выходить и получать эстетическое удовольствие от работы. Проводим здесь, не видим, наоборот, видим только плюсы, что здесь приезжает группа ребят, которых можно посмотреть, чтобы мы не смогли сделать, уехав куда-то за границу. Здесь созданы все условия. Единственный минус, наверное, просто мы не имеем пока своего восстановительного центра, того же бассейна, каких-то там спа-процедур. Я думаю, что в ближайшем будущем. Но есть отели, где есть весь спектр услуг, и мы этим пользуемся. Они работают с нами, смотрим, скажем, на прогресс этих ребят, на прогресс этих ребят, которые были в аренде. Вы сказали, Игорь Юрганов и Павел Шакура. Ну и на основе этих сборов уже будем, как говорится, дальше делать вывод, готовы они конкурировать с ребятами, которые были здесь у нас. Ко всем соперникам, без исключения, мы относимся с уважением, как, я думаю, и к нам также относятся. И все, как говорится, все наши... Также мы будем выкладываться на все 100-200% необходимые для достижения результата. Этого точно не отнять. Это влияет, наверное, первый матч здесь сыграем, а второй сыграем в Азербайджане. Опять же, мы говорим о том, как это может влиять. Это влияет только то, что мы начинаем дома 26 июля. У нас выездной матч в Нижнем Новгороде. Вот на это влияет. Поэтому нам не нужно будет делать лишний перелет. Вот это самое, как говорится, самое главное в этом противостоянии.